паяльщики-паяльки, сегодня у нас очередная посылка. И это, наверное, одна из самых, сука, ожидаемых мной посылок. И давайте же ее вскроем. Это у нас бум! Ребятки, бум! А это у нас тра-та-ти-та-ри-та-та. Вот такая вот отвертка. Отвертка — это значит той же фирмы, что и наш знаменитый паяльник. Вот. Вот в таком боксе она пришла. Motion Control, Electric Screwdriver, Beats 2, тра-та-та, Safety. Ра-ра-ра-ра. Короче говоря, вот такая вот крутецкая отвертка. Ну и давайте посмотрим, что там у нас внутри. Внутри у нас бам! Вот такая вот интересная упаковка. Прозрачная, стильная, модная, красивая, все дела. Вот. Значит, вот такая вот отвертка. И давайте скорее же достанем ее, потому что мне самому не терпится узнать, что там может идти внутри. Бум! В комплекте вот такой вот чехольчик синтетический, значит, под саму отвертку и под 6 биток. Опа! Значит, инструкция по использованию. Так, она также, по всей видимости, прошивается, как паяльник. И, значит, инструкция по применению. Типа, если повернуть его влево, то надо не закручивать, повернуть вправо, откручивать. Вот. Так, что еще сказать, что это ничего. Смотрите-ка, вот такая вот даже. Это какой-то материал называется. Короче говоря, микрофибра. Две биты. Тяжелая, я вам скажу, отвертка довольно увесистая, жалко, что весит нету, но больше 200 грамм она весит точно. Лазерные гравировки везде, красота и дизайн, видите, форму, красота, и она сразу активировалась, смотрите. Так, что тут у нас, микро USB разъем, к сожалению, ничем не закрывается. Так, крышечка. Я надеюсь, хорошо видно. На крышечке очень длинная резьба. И... Так, ну внутри у нас установлен аккумулятор. Я не знаю, правда, какой емкости и как извлечь, но пока что не будем этого делать. Вот. Пока работает, ладно. Я зажимаю кнопку, поворачиваю влево, и она крутит, ну, по часовой стрелке поворачиваю, она крутит по часовой, поворачиваю против, и она крутит против хода часовой стрелки. Вот крутяк, ребята, я вам скажу, блин, вообще просто крутяк. И две битки в комплекте. Что-то они тут, походу, посажены на какой-то клей или что. Тут с ними такой тупус. Вот такие вот две битки, маленькая крестовая и маленькая плоская.
давайте я вам еще раз, наверное, продемонстрирую. Устанавливаем, зажимаем кнопку, и она крутит. Поворачиваем в другую сторону, и она крутит. Как видите, все очень просто и интересно. Так, но меня интересует другой вопрос. Подойдут ли насадки? А увы, уже не подойдут под толщину. Вижу, блин, жалко, что насадок очень мало. А нет, ребята, смотрите, подошли насадки от моей отвертки, блин, нанч, которую я заказывал. Я думаю, вы помните один из обзоров. Это же просто охеренно, ребята. Это просто у меня теперь злоебучий набор бит. Просто огромный, блин, они куда его вытащили, я аж забыл. Ну, давайте на чем-нибудь простеньком подвесим. Отвертайку. Интересно, насколько большое усилие она может создавать. Вот. Ну и давайте возьмем нашу битку. Установим ее. Чик. И откручена. Чик. И откручена. Ну, смотрите-ка, вполне себе справляется, а чё? Прихватил, не все неправда вылазил. Короче, уже здесь батон у некоторых сорвано. Устанавливаем дверку в паз, нажимаем и проворачиваем. Чик, и все просто чудно. Блин, ну чё, крутая отвертка, ребята, чё я вам могу сказать. Жалко, что сюда, конечно, не лезет, это было бы вообще просто экстра-супер-пупер. Вот так вот, ребята, и живем. Подлинно подходит. Эх, блин, чуть-чуть не садится, можно было бы на 3D-принтере распечатать чехол. Вот сейчас я поближе покажу вам весь этот чудо-процесс. Вставляем, нажимаем, проворачиваем. Шик. Вставляем, нажимаем, проворачиваем. И в обратную сторону. Вообще просто, я вам скажу, просто шикардос. Вот такая вот супер отвертка, просто супер. Слушается просто прекрасно, я ожидал каких-то глюков, судя по тем видосам, что я видел, но работает просто офигенно. Всем спасибо, ребятки, ставьте нахуй лайки, короче говоря, пишите, если будут какие-то вопросы, обязательно расскажу, как можно подробнее за эту отвертку, ссылку оставлю в описании. Всем спасибо и пока.